Приветствую вас. Я постараюсь ответить на ваш вопрос. Постараюсь помочь вам разобраться в нем. Постараюсь как-то объяснить вам, что происходит и почему так происходит. Вот, значит, смотрите, какая получается ситуация. Значит, во-первых, нужно сказать сразу о том, что, значит, то, что вы хотите для себя, то, что вы хотите, вот, ну, чтобы случилось то, что случилось, да, это в принципе, это, ну, нормально. Если это вот нравится, ну, вашему партнеру, то, в принципе, в этом нет ничего плохого. Но нужно понимать одну важную деталь. Чем вызваны такие ваши желания? Вот именно чем они вызваны? Значит, смотрите. Вы сами говорите о том, что вы сами говорите о том, что у вас возникает это ощущение, у вас возникает это желание только тогда, когда вы уже, значит, ну, как-то к девушке привязываетесь, да, то есть у вас это желание появляется не сразу. Когда вы с ней в каких-то отношениях, когда у вас с ней уже что-то есть и так далее, вот тогда вы начинаете этого хотеть. И вот, значит, смотрите, в той позиции, что вы хотите для себя каких-то моментов, которые для девушки, допустим, неприемлемы, да, если вы хотите этого, значит, в любом случае, то есть, если вы хотите этого, вне зависимости от того, значит, желает ли этого девушка или нет, то это, к сожалению, вот тогда, это ненормально. И нужно понимать, что причины подобного, значит, причины подобного желания, они есть, эти причины, и они довольно определенны. Другое дело, согласитесь ли вы с тем, что такая ситуация действительно имеет место быть. Дело в том, что вы, и это основная проблема, дело в том, что вы в себе не уверены. И вот именно по той причине, что вы в себе не уверены, вот в глубине души вы хотите, чтобы вам доказали, чтобы вам, по сути дела, значит, показали, что дорожат вами, что ценят вас, что хотят, значит, быть с вами, что есть, там, может быть, доверие между вами и так далее.
То, что вы хотите, чтобы происходило, то, что вы хотите, чтобы было, это связано именно с вашей неуверенностью в себе. И причины этой неуверенности в себе, они кроются в совершенно разных моментах, совершенно разных нюансах, совершенно разных тонкостях, совершенно разных деталях и так далее. Нужно только, чтобы вы, например, хотели эту ситуацию для себя проработать. То есть нужно, чтобы вы хотели выяснить, что с вами происходит. Потому что, ну, одно дело, когда все-таки нас одно дело, когда все-таки обоим партнерам нравится то, что между ними происходит, да? И другое дело, когда это нравится, например, ну, допустим, это нравится только вам. И это уже, безусловно, не есть хорошо. То есть в этом случае имеет большой смысл подумать, а ну почему вы этого хотите, да? В этом случае имеет смысл подумать, а для чего вам это, для каких целей? И ответ, он, в принципе, лежит на поверхности. Это цели, которые можно назвать самоутверждением за счет вот собственной девушки. То есть вы таким образом самоутверждаете. Я понимаю, что вам, скорее всего, не нравится то, что я сейчас говорю. Я понимаю, что вам это может быть неприятно, но тем не менее, надеюсь, что вы отнесетесь к тому, что я сказал, знаете, как вот, ну, с пониманием, и постарайтесь понять, что я не хочу как-то вас задеть или что-то еще. Я хочу вам только лишь помочь. А для того, чтобы вам помочь, нужно, чтобы вы были готовы, ну, готовы к тому, что придется что-то делать, придется анализировать какие-то вещи и с ними работать. Вот. Я думаю, что вам можно было бы поработать как с психологом для того, чтобы лучше понимать причины того, что двигает вас. И я думаю, что имело бы смысл вам поработать также еще и сексологом для более лучшего определения своих желаний. Я имею в виду желаний именно сексуальных сейчас желаний. Вот, потому что, ну, это тоже то, что вас определенно беспокоит, тоже то, что вас определенно волнует, и, соответственно, это ну, никак нельзя игнорировать. Вот, потому что, ну, условно говоря, потребность есть, желание есть, а удовлетворяете их вы, эти свои желания, вполне вероятно, не совсем правильно, не совсем верно, и, соответственно, из-за этого вы рискуете разрушить вот свои отношения. Так что, значит, если говорить о нормальности
того, что вы хотите, то это, безусловно, актуально только в том случае, если это нравится обоим партнерам, не только вам. Только в этом случае можно говорить о том, что это нормально, да, только в том случае, если, значит, это нравится вам обоим. Если же это нравится только вам, то, соответственно, тогда я думаю, что можно говорить о том, что у вас есть определенные желания, которые, ну, не являются, скажем так, не то чтобы они являются ненормальными, они являются скорее просто, возможно, не до конца осознанными. Это вот все-таки немножечко разные вещи здесь. И если ваши желания не до конца осознанные, то лучше будет, если вы их как раз-таки для себя начнете осознавать и тем самым поможете и себе, и, собственно, по моему мнению, вы сможете сохранить свои отношения. Вы сможете сохранить свои отношения, да, не разрушить их, а еще больше как-то вот их постараться сделать более доверительными, ну и так далее, и так далее, и так далее. По поводу того, стоит ли разговаривать с девушкой о своих желаниях. Значит, здесь ситуация следующая. Девушка вам уже ясно дала понять, что ее не устраивает и что ей не нравится. Девушка вам ясно дала понять, что она не будет заниматься тем, чем вы хотите, да? Она не будет отвечать вам взаимностью, она не будет как-то играть в ваши игры, а значит, с ней говорить на эти темы вам смысла никакого не имеет. Вы ничего из этого не получите и не выиграете. Только лишь ее разозлите и от себя оттолкнете. Почему? Потому что ситуация такова, что, по сути дела, вы с ней на разных уровнях, и, как я понял, вы не хотите ее понять, и более того, вы сейчас сравниваете в некоторой степени ее своей, ну, бывшей девушкой, что не является правильным, не является чем-то хорошим, то, что вы сравниваете. И, с другой стороны, она не хочет вас понять. Поэтому либо вы понимаете ее такой, какая она есть, и пытаетесь что-то сделать с собой, либо вы ищете другую девушку, которая бы, так же, как и ваша предыдущая, разделяла бы ваши взгляды. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!